О, сколько шишек! Но их еще больше. Вчера зять и дочь набрали в кедропарке довольно много шишек. А для чего, я расскажу попозже. А пока что здравствуйте, сударыни и судари. Эти шишки могли быть собраны и у меня в саду. Подтверждает петух. Да, действительно, это так. Хотя саду 20 лет, тем не менее, вот этот вот кедренок уже готов дать урожай. Шишки эти собраны в кедропарке. Прошел и медовый, и яблочный, и ореховый спас. Как вы можете спасти кедры? Каждый из вас может спросить себя, чем я могу помочь лесу. Лесники Кузбасса предлагают собирать кедровые и еловые шишки и их сдавать. За это деньги платят. Из этих шишек будет создан фонд страховой, а часть семян будет посеяна уже в этом году. Конечно, кедровые орешки вкусные, полезные, но нужно думать не только о хлебе насущном, но и о том, чтобы оставить для будущих поколений кедровые леса. Давайте подумаем о будущем, а не только о сегодняшнем дне. Представьте, даже одна такая шишка, сколько даст всходов, сколько будет могучих кедров, которые останутся нашим потомкам. Так что звоните по телефону, который указан внизу кадра, участвуйте в этой акции, будьте здоровы, богаты и оставьте после себя заметный след на земле.